Сумесныя прадпрыемствы па вырошчванні грыбоў і перапрацоўцы ялавічыны. Папярэдняя дамоўленасць па інвестыцыях у гэтых накірунках дасягнута прадстаўнікамі Паднябеснай. У Магілёўскім аблканкамі прымалі дэлегацыі кітайскай правінцыі Цянзу. А компания Дзяньсу мае великую долю рынка у Китая. На протягу апошних 2 гадоў ее представники наведывают Могилевшину для вывучения варианта супрацовництва. Зараз обмярковывают махчимость створения суместного предприемства по перепрацовце яловичины на базе Могилевского мясокомбината, каб экспортовать эту продукцию у Китай. У нас достигнуты предварительные договоренности с компанией DOC по кооперации в переработке говядины. Это первое. Порядка 40 тонн в сутки. Есть, конечно же, моменты, связанные с инвестированием, потому что и с квотами, а также с сертификацией продукции. Но это уже в очень высокой степени готовности. Чансуская провинция и с Могилевской областью являются хорошими друзьями. И поэтому наше предприятие, которое является государственным предприятием, будем надеяться на сотрудничество Могилевского предприятия. У Крычеве у рамках программы развития Паўднёва-Усходняга региона с китайскими инвестициями плануют побудовать предприемство по вырошчиванию грибов. Им приглянулись территории нашей воинской военной части, то есть там, где стоят здания, сооружения, те, которые они могут использовать для выращивания грибов. Самый положительный момент – это в том, что будут созданы новые рабочие места. Я боюсь их проговаривать, но цифра не менее 200 была оговорена о том, что люди будут заниматься именно выращиванием грибов на этой территории. Могилевская область мае побратимские сувязи с китайской провинцией Дзяньсу. И, как прогучало по часу встречи, створение совместных предприятий – один из кроков до сближения регионов у плане инвестиционной политики. Потенциал для сотрудничества великий. Татьяна Сергійчык, Віталь Вопсіў, новини региона.